Но меня бесят ОТПшники кенсерных чемпионов уровня Кейн, блять, Ренгер и, не знаю, там, ну, Шаку еще нормально, там, Шаку пусть играет. Понимаешь, потому что у меня нет олдплея против них. Ну, с точки зрения просто опыта, блять, я знаю, как работает, типа, карта, как его уничтожить, там, не знаю, убить и так далее, как его переиграть. Он знает просто, как прыгать и нажимать бурст. И он на этом сноубордится, и я, как опытный игрок, не могу ему ничего сделать. И меня это дико бесит, блять. Меня это дико бесит, что долбоеб, который умеет ваншотать, он меня может просто переиграть.